Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке цифровой грамотности. Сегодня мы повторим понятия информация, устройство компьютера, техника безопасности, а также вспомним элементы рабочего стола и интерфейс текстового редактора Microsoft Word. Что же такое информация? Верно. Информация – это сведения об окружающем нас мире. Информацию можно воспринимать различными способами. Назовите способы восприятия информации. Все верно. Зрительный способ, слуховой, осязательный, обонятельный и вкусовой. Вы уже знакомы с устройствами ввода и вывода информации. Теперь предлагаю вам выполнить задание. Назовите устройство и его назначение. Все верно. На первом рисунке у нас изображены колонки. Данное устройство является выводом звуковой информации. Далее изображен принтер. Принтер – это устройство вывода информации на бумагу. Следующее – клавиатура. Клавиатура – это устройство ввода текстовой либо числовой информации. Далее устройство – монитор. Монитор является устройством вывода информации. Благодаря монитору мы можем видеть все, что происходит на экране. И последнее устройство – микрофон. Микрофон – это устройство ввода. С помощью него мы можем записать голос. Теперь давайте повторим правила техники безопасности. Однако просто знать правила техники безопасности недостаточно. Нужно еще понимать, что случится, если мы нарушим данные правила. Первое правило. Нельзя включать компьютер без разрешения учителя. Второе правило. Не касайтесь монитора руками. Правило третье. Нельзя приносить еду и напитки в кабинет информационно-коммуникационных технологий. Почему? Все верно. Если вы будете есть или пить за компьютером, то случайно можете пролить напиток на клавиатуру, что приведет к ее поломке. Следующее правило. Нельзя трогать провода и розетки руками. Что случится, если мы проигнорируем данное правило? Все верно. Если мы будем бездумно трогать провода и розетки, то вас может поразить электрическим током. Следующее правило. Нельзя входить в компьютерный класс в верхней одежде. Следующее правило. Нельзя работать за компьютером грязными и мокрыми руками. И последние два правила. Нельзя входить в компьютерный класс без разрешения учителя. И нельзя класть разные предметы на системный блок, монитор и клавиатуру. Я думаю, вы знаете, что в кабинете информатики и ИКТ находится дорогостоящее оборудование. В связи с этим, с ним нужно очень бережно и аккуратно обращаться. После того, как мы с вами повторили устройство ввода и вывода информации, разобрали правила техники безопасности, теперь предлагаю вам решить кроссворд. Итак, вопросы по горизонтали. Совокупность данных, имеющих содержание и смысл. Все верно. Это сообщение. Второй вопрос по горизонтали. Устройство ввода звуковой информации. Верно. Это микрофон. Следующий вопрос. Устройство вывода звуковой информации. Правильно.
Правильно, это колонки. Следующий вопрос. Специалист, который проверяет, исправляет и создает. Верно, такого специалиста называют редактор. Самая большая компьютерная сеть в мире. Верно, это интернет. И последний вопрос по горизонтали. Назовите устройство ввода 4 буквы. Правильно, это мышь. Теперь перейдем к вопросам по вертикали. Четвертый вопрос. Предложения, объединенные общей темой. Все верно, это текст. Следующий вопрос. Устройство вывода информации на бумагу. Все верно, это принтер. Следующий вопрос. Устройство вывода, входящее в базовую комплектацию персонального компьютера. Давайте проверим. Верно, это монитор. Восьмой вопрос. Сведения об окружающем нас мире. Верно, это информация. И последний вопрос. Способ приема информации при помощи органов зрения. Верно, это зрительный способ. Теперь предлагаю вам выполнить следующее задание. Укажите название элементов рабочего стола. Все верно. В верхнем левом углу у нас расположен ярлык «этот компьютер». Под ним корзина, далее папка, значок текстового редактора Microsoft Word, само окно текстового редактора, внизу у нас находится кнопка «Пуск» и панель задач. Отлично. Теперь давайте с вами повторим интерфейс программы Microsoft Word. Все верно. Кнопка «Офис». Далее у нас располагается панель быстрого доступа. Здесь вы можете увидеть название текстового документа. В верхнем правом углу расположены кнопки «Свернуть», «Развернуть», «Закрыть окно». Далее расположено горизонтальное меню. И под ним лента инструментов. Далее вы можете увидеть горизонтальную линейку и вертикальную, саму рабочую область. И в самом низу окна программы находится строка состояния. Давайте подведем итоги урока. Сегодня на уроке вы повторили понятия информации, техники безопасности, устройства ввода и вывода, а также вспомнили элементы рабочего стола и интерфейс текстового редактора Microsoft Word. Отлично поработали. До скорой встречи!